motherfucker. What's up, ребятки, с вами канал Ali Game, Let's Play Rock. Это продолжение наших кошмарных историй. Ведьмы из Блэр, ребятки, что погнали? В прошлый раз остановились на том, что мы... В общем, короче, где-то потерялись в лесу, побежали за своей собакой, было очень темно, короче, мы посветили фонариком, и оттуда выбежала какая-то трянь, короче, такая... Вся, короче, прозрачная, я не знаю, какая страшная, глаза светят. Похоже на хищника, знаете, из фильма, короче, где Арнольд Шварценеггер снимался. Арни, привет. Вот. И, короче, очень жутко было. Я постараюсь сейчас продолжить с того места игру. Все, Булли, только ты этих резких движений не делай. Я тебя прошу, потому что папочке очень страшно. Так, отлично. Что у нас здесь? Здесь у нас не херовенько так. Так, отлично. У нас есть тропа. Не, вот и машина. Охренеть, ребята. В прошлый раз здесь у нас была ржавая тачка, а теперь у нас здесь... Погоди-ка, это не... Это машина Ленинга, но откуда? Секунду назад она была разваленной. Мы, наверное, были в будущем. Машина ржавая, ибо. Теперь мы, короче, попали в настоящее или в прошлое. Короче... Эммет, отвечай, я знаю, что ты там. Я нашел твою машину. Ну уже, Эммет, скажи. Черт, походу Эммет не отвечает. Так, у нас есть какая-то записка. Эль, свет. Скажи свет. Третья частота, свет. Третья частота, свет. Смени частоту. Третья. Вызов. Свет? Включи свет. Что? Фары, включи их. Зачем? Кто это? Прием. Почему бы и нет? Ты нашел ключики. Эй, где ты их нашел? Ладно, без разницы, молодец, дружище. Красавчик. То, что нам нужно. Сейчас мы включим свет. Так, что у нас здесь? Прочесть. Катушка зажигания, датчик вращателя управления, электрический древний звуков, фары. Перекурить передние фары. Ах, чертов аккумулятор. Прям голыми руками, прикинь, короче, не боится. Ух ты! Охереть! Но как? Вот и мне интересно. Охереть! Булли, дружище, я уже совсем спятил, да? Где это мы появились с тобой? Погнали, малыш. Офигеть! Ищи, Буллит. Куда нам нужно? Нам разве сюда нужно было? Ну, пришло смс-ка какая-то. Сообщение, Джесс. Позвони, когда сможешь. Так, тройка, контакты. Вечно есть что-то нужно, когда не нужно вообще. Зачем? Да, Джесс, что ты так рано? Рано? Почему-то? Ты не хочешь говорить? Нет, нет, просто рад услышать твой голос. Послушай, прости, пожалуйста. Кажется, я только и делаю, что извиняюсь, а потом опять говорю какую-нибудь глупость. Да, я всегда возвращаюсь за добавкой. Мазохистка какая-то. Мы бесконечно морочим друг другу голову и не можем ни в чем определиться. Вечный двигатель идиотизма. Нас нужно подключить к сети, электричество схватит на маленький город. Но если нам за это будут платить. А, ну хватит уже. У нас же было все нормально, правда? Да, наверное. И что случилось? Не знаю. Элис, жизнь. Случилась жизнь с нами. Вот что с нами случилось. Да. У тебя есть работа, помнишь? Да, пожалуй, надо приступать. Потом перезвоню, ладно? Отлично. Да, хороший мальчик. Что ж, отправляемся дальше. Осмотрись. Может быть, что-нибудь найдешь мне. Кстати, а вот и наше, по-моему, дерево, нет? Ого, это какая-то огромная река. Есть обход, пойдем. Офигеть. Булит, стой, стой, или... А, делай, что хочешь, конечно же. Ну и холодно. Надеюсь, она того стоит. Булит, давай, давай, давай. Что ты там увидел, Булит? Ты что-то увидел на дереве. Я понял тебя. Давай, Булит, ищи, что ты нашел? Что ты здесь увидел? А, вот что ты тут нашел. Татуэточку. Да ты красавчик. Ладно, нам нужно перейти реку. Все, Булит. Офигеть. И куда нам? Думаешь, налево? Хочешь сюда? Пойдем. Ну, смотри-ка. Еще. Интересно, кто все эти люди? Варвара. Или как-то так. Здесь есть еще одна тропа. Побежали, Булит.
Есть. Обе глубокие мужские, один из них был босой, странно. Мы нашли следы. О! Курильщик. От меня ты можешь прятаться, но сигареты тебя доконают. Отлично, пачку сигарет нашли, ребят. Что это, Буллет? Что ты нашел? Показывай, мой хороший. Молодец, хороший мальчик. А ну-ка, подвинься. Что у нас там? Все в порядке, малыш. Мне это тоже не нравится. Давай-ка посмотрим. Господи Иисусе, твою мать! Нет, нет, не может быть, Эммет. Мы же только что... Охренеть, не понимаю. Эммет, о боже. Вот дерьмо. Вот дерьмо. Рана на шее глубокая, а голова, боже. Да она еле держится. Убийца снял с него скальп. Значок Ленинга, он был его достоин, как никто другой. Охренеть. Анетта. Еще одна. Ну как зацепка? Еще одна фотография, это еще какой-то Анет. О, ты что-то нашел. Давай посмотрим. Скорее. Что ты здесь делал, шериф? Так, у нас есть лопата. Показать Буллету. Буллет! А ну-ка, малыш, найди мне владельца этой лопатки. Вот, малыш, нюхай. Ничего, да? Странно. А мне кажется, ты что-то учуял. Шериф Эммет Леннинс. Неравнодушный человек. Ко всему и ко всем, даже ко мне. Мы редко общались лично, но всегда меня поддерживал, даже после того, как я его подвел. Покойся с миром, Эммет. Я найду ублюдка, который это сделал. Буллет, куда ты меня ведешь? Это очень опасно, Буллет. Не сбеги так быстро. Охренеть.